Новые правила по вывозу мусора начали действовать с начала этого года в Ленинском районе. В муниципалитете 504 мусоросборочные площадки, и на многих из них уже появились контейнеры двух цветов. Синий для сбора сухого мусора и серый для пищевых и грязных отходов. Интересно, что первоначально администрация планировала установить во дворах только 400 синих контейнеров. Но, видя активность жителей, было решено увеличить их число вдвое. Всего требуется 2300 серых и 895 синих контейнеров. На сегодняшний день мы уже с региональным оператором установили 1485 серых контейнеров и 286 синих. Власти планируют установить все контейнеры до июля этого года. Сейчас собранный сухой мусор из синих контейнеров вывозится дважды в неделю. Сухой мусор, он поступает на площадки сортировки, которых сегодня уже на территории Московской области более 20. Их мощность будет увеличена в 2 раза в этом году. И после сортировки, соответственно, эти разделенные фракции, они направляются на переработку, на соответствующее производство. Там отходы обретут вторую жизнь. Пластик переработают в гранулы для использования в дорожной деятельности и фармацевтической промышленности. Дерево пойдет на подготовку древесно-стружечных плит, а металл – на переплавку. Многие жители уже подхватили инициативу и приучили всех членов семьи к раздельному сбору мусора. Мне никаких проблем это не составляет. Я все разделяю, да, пластмассу, стекло, картон и весь остальной мусор. Но если уже мы можем, то молодежь точно будет делать так. Спасибо. Их в школе учат, вот у меня внучка пришла, говорит, что их все разделение. Даже подсказала мне, что нужно, что не нужно. 2 пакета где? Ну, в принципе, отделяем только пластик пока. Изменения также коснулись оформления платежных документов и тарифов. Вывоз мусора был исключен из строки содержания жилых помещений и единого платежного документа. Теперь жители многоквартирных домов будут получать 2 квитанции. Единый платежный документ от УК и документ от МОСОБЛЕРЦ с тарифами за капитальный ремонт и вывоз мусора. Стоимость услуги немного выросла. Для собственников многоквартирных домов тариф 8 рублей 32 копейки за метр квадратный. Рост составил не более 3%. 24% в этой цене составляет крупногабаритный мусор. Тариф этот связан, первая, самая основная составляющая, это транспортная, более 5-6%. Затем это, соответственно, сортировка и захоронение. Администрация района активно ведет консультационную работу с жителями, проводит встречи, на которые нередко приглашает представители регионального оператора по вывозу мусора, а также распространила более 18 тысяч листовок, где наглядно и подробно рассказано, как правильно разделять мусор. В каждой школе и детском саду района уже установлены серые и синие контейнеры. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Виднетова.